Всем привет, с вами Информ ТВ. Несколько минут назад СМИ сообщили, когда состоится церемония прощания с актрисой Малого театра. Трагедия, которая произошла несколько дней назад, сколыхнула общественность. Известно, что 20 августа поклонники и семья будут прощаться с 37-летней актрисой Екатериной Васильевой. Мероприятие пройдет в фойе исторической сцены Малого театра, где она работала на протяжении своей карьеры. Известно, что вход будет открыт для всех желающих. Екатерина Васильева скончалась 15 августа в результате несчастного случая. Подробности ее смерти не разглашались, но в тот же день на одной из станций московского метро женщина упала под поезд, что вызвало предположение среди поклонников о связи этих событий. Васильева окончила Щепкинское училище и в 2011 году была принята в труппу Малого театра. За свою карьеру она сыграла примерно 15 ролей, включая Софью в «Недоросле» и царицу в сказке о царе Салтане. Екатерина оставила мужа и буквально 6-месячную маленькую дочь. Ее уход стал огромной утратой для театрального сообщества и поклонников ее творчества.